85 снежных зим. В музейно-выставочном центре «Апатит» открылась экспозиция, посвященная истории первой в мире лавинной службы. Она была образована в Хибинах в структуре предприятия «Апатит». 5 декабря 1935 года с горы Юкспор на поселок Кукисвумчор сошло 4 лавины. Они нанесли серьезный урон производству, опрокинув железнодорожный состав с рудой, разрушив дома и унесли 89 жизней. Всего в снежном плену тогда оказалось более 200 человек. И уже к следующему зимнему сезону в составе треста «Апатит» появилась снежно-метеорологическая служба для изучения и предупреждения снежных обвалов. В числе первых посетителей выставки – сами юбиляры. Люди, которые сегодня продолжают традиции и славную историю лавинной службы в Хибинах. В свое время служба была организована при помощи «Апатита». И надо сказать, что и в нынешнее время руководство уделяет очень большое внимание нашему отделу, нашей службе. Очень много делают в плане материального обеспечения. Здесь же руководители кировского филиала АО «Апатит». Кому, как не им, знать о важности работы, которую ежедневно выполняют лавинщики предприятия. Выставка более чем замечательная, наверное, очень правильная. И нужно сказать слова благодарности организаторам, что сделали такой акцент внимания, особенно в зимний сезон, когда особенно важно обращать внимание не только на производство и влияние лавин на производство, но самое главное на туристов, чтобы туристы обращали внимание, насколько важно в горах соблюдать лавинную безопасность. Кто стоял у истоков и заложил основу отечественного лавиноведения? Каковы алгоритмы работы и методы оценки лавиноопасности? А также литература о снеге и лавинной службе в Хибинах. И даже инструментарии. Выставка рассказывает о снеге и лавинообразовании, что полезно знать каждому, кто живет или проводит время в горах. Прекрасное впечатление, очень все здорово, подробно расписано, множество архивных фотографий, отличная информация собрана, структурировано, все здорово. Выставка будет открыта до 21 февраля. Посетить ее можно и на новогодних каникулах в часы работы музейно-выставочного центра.